Стоимость проезда по направлению Чебоксары – Новочебоксарск может увеличиться уже в эту субботу. Перевозчики по маршрутам 220, 234, 331 и 270Э направили в Министерство транспорта уведомление о том, что планируют повысить цены на билеты. Стоимость проезда за наличный расчет будет составлять 30 рублей, по безналу 28, внутри города, соответственно, 25 и 21 рубль. При этом в Министерстве транспорта настаивают на том, что тариф нужно сохранить на прежнем уровне. В ближайшее время руководитель ведомства планирует встретиться с перевозчиками и обсудить этот вопрос. Более того, министерство попросило антимонопольщиков проверить, не нарушают ли предприниматели закон. Напомню, стоимость проезда по маршруту Чебоксары – Новочебоксарск уже повышалась с 1 сентября. Но уже 2 вечером перевозчики вернулись к прежнему тарифу, так как им объяснили, что увеличивать цену за билет без предварительного уведомления незаконно. Сейчас формальности соблюдены.